такое. Так, ты ведь это тоже слышишь? Не шевелись. Что? У тебя за спиной. Нет! Нет! Беги! Что ты вообще творишь? Друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, и теперь мы будем играть за сын, который тут почти гаушом. И находится в ванной комнате. Я одна в доме. Вместе с маньяком. Так, ладно, здесь ничего нету. Так, здесь у нас что-то есть. Детский сад, одежду сперли. Чё? Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Один носочек оставили. Смешно вообще. Понятно вам? Ну, сам чё. Походишь полотенце здесь. Может, вдруг она тебя слетит, оно? Крис? Да нету никого Джош? Дома. Джоша уже нету. Не поняла. Заперто. Здесь у нас тупик. А что, до сих пор летучества в доме нету, что ли? Всякие там фижинков маленьких уже есть, а здесь только свечки они зажгли. Шарики висят. Ладно. Открыто. Заходи. Будь как дома. А, вот мы сейчас на выход выйдем. Как, блин. Сам, ты как, в порядке? Крис? Майк, Эмили? Все, это уже чересчур, повеселились. Вот было смешно. Тишина. Ага. Вот я гуляю в полотенце. Но только, может быть, уже пора заканчивать, ясно? Хватит с вас. Хереть, одна в доме в таком. Вместе с маньяком, это, конечно, жесть. Что там Сэм ожидает вообще? Так, там что, верните мою одежду! Мне что, все выходные в полотенце теперь разгуливать? Ну ладно, давайте значит, спустимся. Полотенце. Так, здесь уже немного посветлее. А кто свечи позажигал здесь? Со школьного бала. Готовы к выпускному. Так. Если вы хотели меня напугать, радуйтесь. Вам удалось. Еще бы. Тишина такая. Часики там стучат. Ну ты же на улицу не выйдешь в таком виде же. Ага, заперто. Неужели нам там спускаться еще ниже, в подвал, что ли, нам надо? Привет, рогаты. Да. Хижина-то тут у нас трехэтажная, блин. Или, можно сказать, четырехэтажная. Опа, дверь открыта.
Куда вы все делись? Ого, как странно. О, щит. Сэм. Сэм. Эй! Блин. Ну, ребята, с меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Охереть. О, там паника у Сэма, наверное, началась. Привет, Саманта. Охереть. Точно пиво насмотрелся. Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Черт. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. Паника. Вот ублюдок. Господи. Она красивая, Сильная. Правда? Что она делает? Как? Вот птичка купается. Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Сейчас скрыты камеры здесь повсюду. Джос! Что ты чувствуешь? Офигеть, показал. О боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 паника. Секунд. 9. Нет, 8. Нет. 7. Не надо! Офигеть. Нет. Сэм! Нет. Блин, бежать! Беги! Какая ваза! Черт! Давай. Что дальше? Да какой прятаться? Перепрыгивай, беги дальше. Быстрее! Там чужой полный у него там в руках. Сам. Упс. Аккуратненько. Ты же босиком еще. Конечно, вообще же голышом тут бегает. В одном полотенце. Там паника у них. Так. Что делать? Остаться. Бежать, только бежать. Какой прятаться-то? В подвале в этом, блин. Там за нами ковыляет. Так. Блин, заперто. Ну ты там явно не пролезешь. Как понять? Нет ручки! Ручка нужна. Где ручка? Потянуть. А вот ты делаешь? Тяни! Да что же? Выбежал. Умница, закрывай. Уйди! Во-во-во-во-во. Беги дальше. Стрекоту, беги. Некогда смотреть тут. Все, заперто. Вышибай. Ударился. Теперь под ноги смотри. Здесь капканов никаких не будет. Так, и спрятаться, бежать. Черт. А давай спрячемся. Здесь-то можно спрятаться. Вроде оторвались. Так, садись. Врубай. Кис-кис-кис. Пташка несчастна в своей клетке. Эй, какого фига, я же не шевелился даже. Вот бред. Я вообще не шевелю геймпад. Это было захватывающе, правда? Молодец. Дебилизм. Твоя игра получается очень хорошо. Только если, блин, этот геймпад, как он сам вообще реагирует-то. Чтобы найти корень твоих. Там дверь мы вышибали, мы хотели эту полку топнуть. А ты используешь это знание, Васло. Да, что теперь с ним будет? Страх неудачи. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило. Ничего, такая чувствительность чересчур резкая, блин. Ну чё, уже... Остановись, хватит, за что я вам сделал!
маньяк! О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что случилось? Маньяк! Как? Бред какой-то, надо позвать на помощь! Эй! Блин, сын! Ребят! Привет, Саманта! Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных! Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где! Она должна быть в доме! Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри! Пожарная вышка! Мэтт, что это? Не знаю. Глава шестая. Месть. 5 часов до рассвета. Что-нибудь. Сделай что-нибудь. Так, спокойствие. Главное, спокойствие. Успокойся. Подумаешь, ну, они... Они просто любопытны. Главное, не делать резкое движение. Нет, они хотят нас. Так, давай. Потихонечку, спокойно. Никого не трогай, иначе будет хана. Топор не поможет явно. Тихо, тихо, спокойствие. Потихоньку не спеши. Хорош, хорош, рогатый. Не-не-не-не-не, он ничего не делает, мы ничего не делаем. Не спеши, все хорошо. Просто иди, не бойся. Вот отлично. У нас не кидались. Если мы фыркнули, стоп, тогда точно хана была бы. Кому-нибудь. Либо им, либо нам. Так, теперь мы играем за Эмили, да? Ну, конечно, с Сэм там вообще же такая жопа произошла, блин. Вообще ничего не шевелю, блин, саму все. Надеюсь, обойдется, блин. Если нам удастся с кем-то связаться, просто газами напичкать. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Так, давай значит, двигаемся в пожарную вышку. И вот она. Добрались. Так, а там что? Ну, чем бом. Блин. А-а-а, как слепит! Это точно. Я не вижу, что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. А, ну, это хорошо. Да. Так, здесь что-то лежит. О, тотем. Ну, Эмили, покажи. Крис с пистолетом. Его просто положил, да? Ладно, запомним. Посмотрим здесь. Да, с датчиком движения у нас фонарь. Мы отошли, он выключился. Ладно, давайте подниматься наверх. Включайся. Там есть какая-нибудь связь. Так, лестница. Сейчас посмотрим по вам тут. Вроде бы ничего нету. Так, ладно, поднимаемся наверх. Давай, Эмили, за вас. Там Мэтт наблюдает, смотрит. Нормально.
еще топор оставил? Вот дебил. Нахера топор-то оставлять? Блин, как эта вышка прочная, не кажется, блин, как бы она не разрушилась здесь. Такой вдруг ветер поднялся. Почти да. Дошли уже. Никого нет дома. Если здесь остаться, как Эмили сказала, до утра. Не закрывай. Молодец, на засовы, на защелку. Ну, давайте осмотримся. Так, есть рация. Жмяк. А, питание нет, давай. Да? Давай. Может, генератор есть? Супер. Света нет. Где-то здесь наверняка должен быть рубильник. Жмяк. Да, света нет. Так. Сквозничок. Так, стоп, пока не уходи, давай здесь посмотрим. Так, шкафчик можно открыть. Может, там двустолка есть? О. Это же Ханна. Их исчезновение уже не кажется таким странным. Да, вы почти рядом были, ну точнее мы. Из-за того обрыва, где они упали. И телефон нашли аж. Так, сюда, туда не пока здесь, значит. Больше ничего нету, да? Ладно, давайте на выход выйдем, посмотрим на местный пейзаж. Свет, да? Отлично. О-хо-хо, заработало. То, что надо, поехали. Так, 1-0 в нашу пользу. Окей. Сейчас посмотрим, здесь чуть-чуть. Походу здесь будет сейчас ракетница, да. Она же в тотеме показывали этот момент. Ну вот. Сейчас она. Мы туда сдавали. А вот здесь нам предстоит выбор. Ну там по тотему. Типа мы туда вали. Значит, мы эту не будем давать, а оставим себе. Выстрелить, взять с собой. Зачем сейчас летолку-то? Просто не сратим, берем с собой. Пригодится, мало ли. Так, ну ладно, давайте пробуем выйти на связь с кем-нибудь. А, здесь это можно открыть. Это что, факс или что? Принтер какой-то. Распечаточка. А, что там? Это будет. И не нашли даже трупики их. Жмяк. Так, пошел процесс.
Поймать волну. Вот что-то есть. Еще раз. Во-во-во, почти. Алло! Кто-нибудь, алло! Если вы слышите, ответьте, нам нужна помощь. Прием, прием! Черт! Алло! О, во. Господи! Слава Богу, нам нужна помощь! Пошел контакт. Кто-то пытается с нами связаться? Это служба лесной охраны округа. Да-да-да-да. Спасите! Пожалуйста, помогите нам! Мы застряли на Блэквудской горе! Тут маньяк! Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, прием. Помогите нам! Алло. Блин, связь плохая. Прием. Так. Помогите нам. Меня звон. Господи, так... Это... Меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Блин. Мы на горе, мы умрем. Ладно, мы на горе. Мы на Блэквудской горе. Больше информации не дать. И здесь убийца, он охотится за нами. Уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Ну, получилось. Опа. Фонарь сработал, там тут пробежал. Датчик движения. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Мы сможем прислать вам вертолеты, как только закончится буря. Отлично. Сигнал СОС отправлен. Что? Когда буря закончится? Когда? Сколько ждать? Вы что, угораете? До рассвета. До рассвета? Понятно. Даже до рассвета? Это что же? Хрена себе! Ломится к нам сюда. Он пришел со мной! Мы отстанем. Крышку держи, дверь. Забираю чего-нибудь. Это явно не олени. Офигеть, это что, рукой тросом перерезал? Даже вышка потеряет равновесие при таком ветре же. Держитесь, хватайтесь за что-нибудь. Черт! Замри! Эмили! Опа-па-па. Еще загорелось там все. Не-не-не-не. Блин, блин. Заткнись, тушь. На связь он вышел, во-во-во, блин. Держись, держись! Вот чёрт! Вот что мы делали, и что мы там? Что мы там падаем? Неужели их знают? А, нет, нет, всё нормально. О, твою мать! Они в шахты провалились. Да-да-да-да. Черт! А где Эмили? Вот черт! Дальше проваливается. Мэтт! В Эмили держится. О боже, Мэтт, пожалуйста, помоги мне! Там на соплях висит. Я иду! Слушай, тут все еле держится! Мэтт! Сделай что-нибудь немедленно! Чего ты сделал? Ты не можешь перепрыгнуть туда. Дай подумать! Не думать надо, идиот! А вытащить меня отсюда! Так, чего там? Подозримый с Майком, блин, нашел время. Блин, кого ты? Поддержка. Эмили, ты на взводе, успокойся. Все будет хорошо. Замолчи, это невыносимо! Все! Прекрати орать на меня и дай мне разобраться. Ладно? Да, конечно. Ты не спеши. Очевидно же, что я никуда не денусь.
Так, не сдавайся. Вон, сарказм. Ну как скажешь, принцесса. Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт. Ну сделай уже что-нибудь. Что там расстояние? Ну, ну-ка, пробуй спасти. Я иду. Иду. Блядь, я с рук. Я себе перепрыгнуть. О, черт! О, о. Мэтт! Она сорвется! Там схватить ее. Это здесь противовес. Прыгай, она. Не, не, не. Эмили! Вот жесть. Улетела вместе с ушкой. Да. Так, ну что она там дальше ждет? О, это походу Сэм сейчас наверху будет. Наверху нет? А, нет. Не знаю, не вижу. Они ищут ее. Наверное, сюда спустят. Тут ее тоже нет. Блин, конечно, с Сэм-то вообще тупость произошла, блин. Опа, да что это? Это как? Такое? Это зажглось, это свечи. Борис, свечи. Борис. Сами зажигаются. Хера себе. Там что-то лежит. А, это фотка. Так, ладно. Кресло пошло, мы сюда пойдем. Заперто. Надеюсь, Сэм нормально все. Значит, этот ублюдок ее не тронет. Конечно, зря я ушел от крыса. Надо было вместе держаться, но она. Здесь. Так, что-то есть. О. Это телефон или? У вас одно новое сообщение. Автоответчик. Здравствуйте, миссис Вашингтон. Это снова сержант Тейт. Боюсь, у меня плохие новости. Мы проверили его досье. Сделать ничего невозможно. Он на свободе. У нас нет законных оснований ограничивать его перемещение. Я знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но если что, звоните. Конец сообщения. Так, ладно. Там Крис, да, пришел за нами? Плазма. О, работает, нет? Нет? Не работает? Ничего не показывает? А, ну да, летучести тоже нету. Здесь ничего не лежит, да? Так, там что-то есть. А может кто-то? Заперто. Один наш ключик от всех дверей. Тоже заперто, блин. Плохо дело. О. Здесь у нас визитная карточка чего-то, да? Опа, пила. Я говорю, этот ублюдок точно пиво насмотрелся, блин. Так, ну это дверь на выход. На выход нам не надо. Так, ладно, куда там Крис утопал, вон он ходит, там маячит. Типа, манит нас, манит своим фонариком. Так, он спускается вниз, его. Сэм, что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю. Как все это тяжело. Шарики и стрелочка, он да? Он все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только... Это указатель, да? Спасибо, что спас мне жизнь. Эш, ну а как иначе-то? Я должен был тебя защитить. Должен. Так, это, походу, еще одна фотография. Да. Ну, если ты их не смотрела.
ничего не произошло. Так, сейчас мы здесь посмотрим. Под лестницей можем построить. Нет, тут завалы. Ладно, идем за Крисом. Эш, ты как? Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно. Но сделать. Я же, господи... Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Крис. Мы ищем Сэм. Так, вот оно, здесь место, этот... Домашний кинотеатр, блин, тут. Запись тогда включил он здесь. И отсюда началась пробежка Сэма. И убежала она через подвал, она, да? И нам в подвал спускаться, там, через подвал идти. Так, здесь ничего нету. Да, блин. Что? Ох, ну недобро это. Так, а там что-то... Здесь что-то... Двери, да? Заперто. Ну, это по-любому открыто. Это очень стрёмно. Ага. И теперь, походу, та дверь открылась. Я же говорил, блин. Охереть. А что, автоматика тут такая? Или... Не знаю, что здесь происходит. Это что это Погоди. Был? Призрак, ты что? Это видел? Что видел? Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да-да. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой это мозг какой шок, спёкся. Блин? Мой мозг спёкся. Я не верю даже своим глазам. Так, настоять. Ну, реально там Нет, был какой кто-то. Шок? Я видела. Под девушки с белым, блин, с черными волосами. Ладно, ладно. Может, ну... Может, ты что-то и видела. Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Это точно, она в беде. Идем. Подвал. Да, здесь, походу, кроме маньяков, еще и призраки, да, обитают. Короче, как полностью, как из фильма «Хижина в лесу», блин. И зомби, и вампиры, там, кого только не было. Ладно, друзья, давайте тогда здесь остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.